Отечественные предприятия должны обеспечить потребности страны в оборонной продукции. Такое поручение президент сегодня дал Бейбуту Атамкулову, глава недавно созданного Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что эту продукцию необходимо производить с применением новейших технологий. Глава нового министерства заверил, что к исполнению этих задач незамедлительно приступят, причем сразу после завершения организационных мероприятий, которые находятся на заключительной стадии. На настоящий момент структура, значит, министерства сформирована, произведен у нас оптимальный расчет штатной численности, где-то составляет 262 единицы. Это с учетом еще трех комитетов. Комитет государственного материального резерва, аэрокосмический комитет и комитет информационной безопасности.